Толщиномер Хорстек ТЦ-216 обладает следующими функциями. Функция автоматического включения при нажатии на сенсор или прислонении его к замеряемой поверхности. Также прибор автоматически определяет подложку, на которой был произведен замер. В данном случае у нас металлическая шайба из черного магнитного металла. Соответственно, прибор показывает на дисплее феррум, черный металл. При замере на цветном металле прибор автоматически переключается для замера на цветных металлах. И мы видим на экране non-ferrum, то есть не цветной, не магнитный металл. В данном случае у нас калибровочная шайба из алюминия. Также имеется функция переключения прибора для замера как в микронах. В данном случае мы видим QM, это у нас микроны, микрометры. При нажатии на кнопку «плюс» прибор переключается для замера в мильс. То есть величины значений, которые, как правило, используются в Америке, но не в Европе. То есть при нажатии, коротком нажатии на кнопку «плюс» прибор переключается между QM и мильс. Также имеется возможность переворота дисплея для удобства считывания результата. При нажатии на кнопку «минус» при коротком нажатии на кнопку «минус» дисплей автоматически переворачивается на 180 градусов. Также имеется функция просмотра предварительных значений, которая, как правило, редко используется, так как все значения они визуально видны на дисплее при замере на различных деталях. То есть для входа в режим просмотра предварительных значений необходимо нажать коротко на кнопку M и затем кнопками плюс, минус перелистывать предыдущие значения, которых прибор, то есть до 10 значений, которых сохраняет прибор, можно просмотреть предварительные значения. Для выхода из режима просмотра предварительных значений необходимо снова нажать коротко на кнопку N. Также прибор Хорстек ТЦ-216 обладает автоматической функцией самоотключения. Прибор для экономии разряда батареи выключается автоматически через 30 секунд.